Толик, родимый, там на фронте, постой за своих. И старушка, что даже не знала, чей я, кто я и как меня звать, вместе с нами пошла до вокзала. Словно сына меня провожать. Эмоционально и очень по-взрослому звучали выступления детей в библиотеке номер 1. Нам эту битву не забыть. Не только тема концерта, посвященная 80-летию битвы под Москвой, но и настроение вечера. Юные артисты театральной студии «Дебют» Одинцовской школы искусств подготовили программу, в которую вошли стихи, проза и письма поэтов того времени. Жизнь столицы резко изменилась. Горожане вступали в ряды добровольцев. Столичные заводы перестроились на производство техники и боеприпасов. Мы с удовольствием принимаем участие в программе, в концерте, в вечере, посвященном 80-летию начала разгрома гитлеровцев под Москвой, контрнаступления. Вот такое событие отмечается в стране, отмечает Москва. В зале тишина. Ни малейшего шепота. Все внимание приковано к сцене. Зрители, вне зависимости от возраста, словно перенеслись во времени. Москву защищали почти 7 месяцев. Это сражение стало одним из самых масштабных за годы Второй мировой войны. Я фашистской не кланялся пуле, не робел, не терялся в дыму. В грозном грохоте, в огненном гуле нес я гибель врагу своему. Литературный вечер еще раз напомнил о суровых испытаниях, через которые пришлось пройти советскому народу в годы Великой Отечественной войны. Раньше слово «Родина» многие из нас произносили механически, часто забывая о том содержании, которое заложено в этом слове. Теперь все поняли, что Родина и жизнь – это вещи неразделимые. Пусть это послужит уроком для многих. Я чувствую некую гордость, даже не некую, а полноценную гордость за то, что мы совершили наши прадеды. И я считаю, что если мы не будем помнить наше прошлое, мы не можем рассчитывать на хорошее будущее. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».